Старый дворик по улице Фрунзе, 146. За припаркованными машинами детскую площадку и не сразу-то заметишь. Все, что отделяет отдыхающих от автомобилей, старые покореженные трубы. Их установили еще 15 лет назад члены совета этого дома, чтобы хоть как-то отгородить площадку. Среди них была и Галина Александровна Шахова. На этот раз она пришла на общественные слушания, чтобы отстоять безопасность жильцов своего дома. Машины въезжают, развернуться негде, дети бегают с площадки, с неогороженной, естественно. Вот недавно был такой случай, что чуть машины, которые случайно приехали, не наехали на ребенка. И мы очень волнуемся по этому поводу. Обезопасить детей и взрослых довольно просто. Нужно поставить новое ограждение. С подобными просьбами жителей местный общественный совет сталкивается часто. Общими силами проблема решается. Буквально на прошлой неделе, благодаря тому, наверное, что жители проявили свою активность и общественный совет подключился, были установлены ограждения по адресу Галактионская, 189. Там у них замечательная детская площадка, но она не огорожена, и дети выбегают на улицу. На контроле у общественников также вопросы озеленения, капремонта, спила аварийных деревьев, нехватки парковочных мест. Люди, готовые преображать свой микрорайон, будут и дальше отстаивать интересы жителей. Теперь в районных советах депутатов. Возможностей оперативно решать проблемы станет больше. Своих избранников от района самарцы определят 13 сентября. Валерия Макарова, Павел Пресняков. События.